заказывает 322,5 килограмма. Поставьте ему специальную музыку. И пока мы не ставим музыку, я вам скажу, что на недавнем конкурсе красоты среди мужчин, которые мы берем в роге, Базилевич Олег с уверенным отрывом занял первое место, вошел в сборную страны, которую будет в Хорватии представлять нашу страну в конкурсе «Мистер Мачо». Он там, конечно, будет капитаном команды, потому что вы сами видите, какой это спортсмен. Мало того, он поет, он танцует, он складывает стихи, и вообще он прекрасный парень. Этот непобедимый, неустрашимый Олег Базилевич. Итак, 322 на станции. И на помощке танцующий лидер Олег Борис Базилевич. Cause I'm watching the trip, yeah, I know that she did. You should see when I'm serving, my flesh is going to be partying. No supposed to be rubbing, you can tell that I'm rolling. I'm just doing my thing, you know the rules of the game. I got my crown and shit, you with me, you fuck, you'll have to get me. Off your ass, I've been a raw superman. I'm out, it's not a big deal, it's not a disadvantage. You know that, you know that, you let me down now. I did it, but I'm on fuck, yo. You know what's gonna bring my bell. You know what's gonna bring my bell. Yeah.